Потому что плохих людей не бывает. Люди рождаются, умирают хорошими. Тогда где берутся плохие? Плохие люди – это плохие поступки. Поэтому в тот момент, когда человек хороший, пишет гадости кому-то, пишет комментарии плохие, сплетничает за спиной, говорит кому-то гадости о ком-то, то он становится плохим. Когда человек говорит, вот там я, на меня влияют все плохие и так далее. Нет, нет, мухи садятся только на плохое. Зло садится только на зло. Всегда это помните. Добро, оно как лед, а Бог как солнце. Бог как солнце, оно на лед светит, лед по чуть-чуть растает, жизнь заканчивается. Человек вновь становится водичкой. А так человек, который постоянно на себя грязь одевает, вот на меня влияют, на меня все плохие, все вокруг ждут, я там всем отомстю, сейчас зло сделаю, все вокруг плохие, все. Сейчас они получат, я там наколдую, туда плюну, эти дураки, эти сволочи, матюкаюсь. То вы больше и больше на себя одеваете вот этих какашек. А потом на вас и слетаются кто? Ну так мухи слетаются. Мухи это уже...